Кинорежиссер, продюсер, актер и каскадер Юрий Спиридонов планирует снять новый фильм с пока рабочим названием «Сувар. Рождение легенды». На днях прошел первый этап кастинга по подбору актеров, на котором присутствовала и наша съемочная группа. Попробовать себя в роли одного из героев новой картины Юрия Спиридонова пришли около 100 человек. Принять участие в кастинге мог любой желающий, независимо от пола, возраста и рода деятельности. От кастинга жду просто каких-нибудь впечатлений для себя, потому что первый раз. Вот. Ну и как бы посмотреть, чтобы здесь проходить. Просто интересно. Кастинг мы решили провести не совсем традиционно сегодня. То есть это небольшая вводная самого создания проекта, кто будет в нем участвовать. И вторая часть нашей сегодняшней встречи – непосредственно сам кастинг. Это видео и фотосъемка наших будущих актеров и тех людей, которые будут занимать место статистов и массовки. Сценарий будет завершен через полгода. Над ним будет работать директор театра и лаборатории «Эксперимент» Юрий Тесян, который, возможно, станет режиссером фильма. В основу сюжета войдет эпоха переселения Волжской Булгарии и зарождения чувашского народа. Сам же фильм выйдет на экранах города в 2019 году и будет посвящен знаменательной дате – 550-летию города Чебоксары. Многие из нас, живущих в Чуваши, не знают своих корней. Вот, и мы же хотим через культуру кино рассказать о своем большом эпическом кино, героическом кино, непосредственно вот именно жизни тех людей, наших предков. Главное требование от будущих актеров – умение вживаться в роль и любовь к истории чувашского народа. Каждого из желающих внесли в базу данных. Всех в ближайшее время пригласят на собеседование. А уже с сентября начнется работа. Обучение актерскому мастерству и непосредственно съемки. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.